В Мирном за минувшие сутки в реанимационное отделение поступили еще два пациента, сообщает оперштаб Алроса. В регионе продолжает расти число больных ОРВИ и пневмонии. Многие из этих больных оказываются с положительным тестом на COVID-19. Если в Якутске число заболевших за последние несколько недель держится на одном уровне, то ситуация с инфицированными в Мирнинском и Нерюнгринском районах врачи назвать стабильной не могут. Сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба мною даны поручения в адрес правительства республики, Роспотребнадзора, органов внутренних дел, администрации главы и правительства оказать помощь по всем направлениям работы для того, чтобы ситуацию в ближайшее время все-таки выправить. К сожалению, мы считаем, что здесь есть и определенные упущения со стороны оперативных штабов на местах. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики остается на отметке 0,8%. Поэтому глава Якутии продлил ограничительные меры до 31 июля. Всего же за последние сутки коронавирус обнаружили у 49 человек, 27 выздоровели.